Друзья, снова здравствуйте. С вами я, Константин Волошин, и канал ДВ. Мне хотелось бы сегодня вам рассказать о модульном сидении, которым укомплектовывается с завода-изготовителя все снегоходы 22-го модельного ряда Ski-Doo и Lynx. Мы сегодня видим с вами перед собой снегоход. Это Ski-Doo, Ski-Doo Expedition LE в комплектации с двухместным модульным сиденьем. Двухместное, одноместное. Двухместная, соответственно, модуль второй уже входит в комплектацию. Одноместная, то, что мы сейчас с вами видим, одноместное модульное сиденье. Одноместное позволяет вам доукомплектовать в случае необходимости свой снегоход вторым модулем. Модулем для второго человека, для пассажира. Не все модули второго пассажира одинаковы. На данном снегоходе установлен модуль пассажирского сиденья, который легко можно снять в случае необходимости и поставить. С высокой спинкой, с ручками, широкими ручками, очень удобными, которые укомплектованы подогревом. Система подогрева легко контролируется путем переключения клавиши контроля. Это можно сделать в среднем положении или в максимально высоком. И кроме всего прочего, ветровые щитки. Что такое ветер и каковы воздействия ветра в низких температурах, мы все с вами знаем. Чем выше скорость, тем, собственно говоря, выше климатические воздействия отрицательных температур на сами руки. Сиденье легко снять в случае необходимости. И также легко можно его установить. При установке сидений с подогревом вам необходимо будет подсоединить коннектор. Это сделать можно легко путем подсоединения, собственно говоря, штекера в родное гнездо. Отсоединяется также легко. Сняв это сиденье, я хочу вам продемонстрировать сиденья совсем другие. Здесь мы можем с вами говорить о самом простом сиденье, которое поставляется опционно на все снегоходы Ski-Doo и Lynx. Сиденье без спинки пассажира, вернее со спинкой, упор все-таки есть, но при этом при всем нет высокой спинки. Высокой спинки сиденья, которого мы видели с вами до этого. Это обычные ручки. Преимущество этого сиденья в том, что оно невероятно легкое. Люди, которые ценят и говорят о весе, сколько весит снегоход, думают, как сделать свой снегоход одновременно комфортным для двух человек, следует, наверное, обратить внимание именно на это сиденье. Здесь нет выпирающих больших ручек, соответственно, нет возможности сломать, оторвать эти ручки у деревьев. Ну и повторюсь, оно очень немного весит. В случае необходимости вы всегда можете доставить большую высокую спинку пассажирскую, но установить сюда ручки с подогревом у вас может возникнуть большие трудности. Финны, заядлые снегоходчики, они как никто знают, что второй человек, как правило, для любого снегоходчика зачастую бывает обузой. И если этот человек не понимает, что происходит, управление снегоходом вдвоем достаточно затруднительно. Поэтому у финнов есть комплектация с одним сиденьем снегохода Commander, что на самом деле обусловлено тяжелыми условиями эксплуатации зачастую людьми, которые эксплуатируют снегоходы. Это все, что я хотел вам рассказать о сиденьях снегоходов Ski-Doo и Lynx. Спасибо вам, спасибо, что были с нами все это время. Подписывайтесь, ДВ-видеоканал, Константин Волошин, Николай Рязанов за кадром. До свидания.